Само отношение граждан к мусорной теме требует существенного изменения, считает Александр Тягунов. Многие привыкли относиться к экологии беспечно, да и местные власти порой закрывают глаза на регулярно возникающие несанкционированные мусорные свалки. Такое впечатление, что живем последние десятилетия, все после нас хоть потом. А ведь целлофановый пакет вернется к тебе на том свете от внука. Потому что он же не гниет, не растворяется, ничего, он будет там, где ты его бросил. На федеральном уровне уже обсуждаются поправки к закону об отходах производства и потребления. Ожидается, что документ примут только к 2014 году, а вступит в силу он только в середине следующего года. Владимир Палишко участвовал в работе круглых столов на эту тему в Госдуме. Есть точка зрения и в том плане, что кто занимается рынком сбора, вывоза и утилизации, они будут отдельно функционировать. А есть и точка зрения, что все это возложить на того, кто имеет полигоны, чтобы это комплексно было. Есть и другие разногласия. Из-за них работа над законом может затянуться. Поэтому депутат Палишко выступил с инициативой ускорить принятие регионального закона. Тем не менее, проблема мусора – прежде всего ответственность местных властей. Наиболее остро этот вопрос стоит в Твери. Замглавы администрации города Дмитрий Насибулин сообщил, что компания «Полигон», которая построила площадку для сбора мусора под Славным, скорее всего, получит все необходимые разрешения и сможет начать эксплуатацию полигона. Позиция региональной власти на этот счет прежнее. Губернатор Тверской области как гарант исполнения Конституции на территории Тверской области, как гарант прав, защиты прав и свобод граждан, совместно с прокуратурой межрегиональной родоохраны и с прокуратурой Тверской области поддерживает позицию о том, что полигон в Славном существовать не будет. По мнению областной власти, на смену полигонам должны прийти мусороперерабатывающие заводы. Выслушав всех участников обсуждения, депутаты решили не педалировать принятие регионального закона и активно участвовать в разработке областной концепции в сфере обращения с отходами. К закону решено вернуться после принятия федерального.